Авторадио Ванкувер. Болеем за Россию. Ну, шерму человеку не нужно рассказывать об Олимпийских играх, поскольку он знает, что такое вкус победы. Он знает, как побеждать. Наверняка знает рецепт. Что нужно сейчас подсказать нашим олимпийцам для того, чтобы они выиграли медали высшего достоинства? У него... Дима Билан! Приветствую всех вас! Привет! Все наверняка прильнули в этот момент, вообще провожают, да, машут ручками, желают вам хорошо там проэфириться в Ванкувере-то. Ну, я музыкальным снарядом занимаюсь, у меня музыкальный олимпийский вид спорта, вот, так что но я два... Некоторое время нас стали вот в России ставить в один ряд победы в спорте и победы так, они сами становятся в один ряд, да. Это же такая гряда побед была, это невозможно было просто пройти мимо этого и не заметить, так сказать, футбол, хоккей и все такое. И все вот. Такое, мне все нравится такое вот это вот. Все такое, но можно перечислять, у нас же видов спорта все больше, больше, больше и больше. Каждый день включают в олимпийскую программу все новые и новые снаряды. Вот я сам лично буду, в принципе, болеть в Ванкувере. Естественно, имя вот сейчас произнесу заветное. Это Евгений имя. Вот, и мне кажется... Даже неудивительно, почему. А, вот, все, даже... Все догадываются. Комментировать, мне кажется, даже не надо. Вот, поэтому Евгений Плющенко, я думаю, что его, так скажем, силы и желание к победе меня всегда завораживали и всегда, кстати, придавали силы. Вот даже на Евровидении 2008 года, да, я сегодня буду и о нем говорить, а что ж стесняться-то? Конечно. Вот. Очень много он мне помог, спасибо ему огромное. Надеюсь, что не сорву связки, когда буду там кричать. Не было такой идеи, что все-таки совместить как-то, опять-таки, выступление Евгения Плющенко на Олимпийских играх. Вы знаете, с пением Димы Билана. Вы знаете, Женя мне предложил, когда я отдыхал сейчас вот в январе, вот, я был на Гоа и предложил в Таллине, в общем, под мой перформанс, под мою музыку исполнить, значит, его великолепные рисунки, да. Вот, и я не смог приехать. Я так был расстроен, я хотел приехать, поддержать, оказаться также опять в одной упряжке, так сказать, в этом олимпийском задоре. Вот, но не вышло. Я думаю, что я как-то компенсирую, надо, так сказать, свое отсутствие, сюда, конечно. А может быть, действительно, как говорится, все, что не делалось, все к лучшему. Чемпионат Европы без тебя, вот Олимпиада уже с тобой. Вот, это, я думаю, вот действительно дай лучше. Бог. Оптимизма придать олимпийцам, потому что иногда действительно невозможное становится возможным благодаря задору, благодаря болению наших уважаемых болельщиков, благодаря поддержке трибуны. И, может быть, вот в некоторых видах спорта нас считают аутсайдерами. Но после исполнения этой песни, я считаю, все возможно. Нет, ничего невозможно. Граждане, слушающие Авторадио, пожалуйста, присоединяйтесь. Невозможное возможно. Музыканты, давай! Дима Билан! И вот здесь я буду вступать. Сейчас. Я знаю точно, невозможно, невозможно сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя, 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 тебя. Все невозможно, невозможно, знаю точно. Где тебя искать? Прошу, ты мне ответь, какие города мне за тобой лететь? Я готов на край земли, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя, Авторадио, я не умею жить. Я знаю точно, невозможно, невозможно сойти с ума, влюбиться так неосторожно. Найти тебя, не отпускать ни днем, ни ночью. Все невозможно, невозможно, знаю точно. А можно вот эту гитарку, прям вот эту, прям погромче, а? Эй! Эй! И вот сейчас. Все готов делить с тобой я пополам. Ты только мне поверь, я сделал выбор сам. Дай же мне последний шанс, я все должен объяснить. Пойми, что без тебя я не умею жить. Я знаю точно, невозможно, невозможно. Эй, сойди с ума, влюбиться так неосторожно. Да, найти тебя не отпустить.
главное возможно, знаю точно. Я знаю точно, знаю точно, знаем точно, знаю точно. О-о-о-о. Эй-эй-эй. О-о-о-о. Ну что же, я думаю, что этой песни можно действительно пожелать многим, и не только в спорте, вообще всем, кто нас сейчас слышит, чтобы в вашей жизни все было невозможное возможно, чтобы оно было всегда возможным. Всегда. Оу, Авторадио Ванкувер. Болеем за Россию.